возвращение к обычному газу. Я думаю, что там надо наводить порядок. Я задаю вас вопрос, сохранить свой опыт, соответствующий историческому городу. И кто бы на вас ни выходил, какое бы давление на вас ни оказывало, в части соответствующих каких-то шагов, ставьте меня в известность. Не разбираться с теми людьми, которые будут пытаться на вас ставить. У нас есть проблемы, связанные с переселением для аварийного жилья. Есть недовольные граждане, и это недовольство абсолютно обоснованно. Занимайте, пожалуйста, принципиальную позицию, не надо прогибаться. И, во-первых, сказать, там абсолютно ничего не чище. Там лёд. Люди идут в могилу. Ступают, падают. Вот Борис Бойдич, когда пытался положить цветы на могилу Анатолия Федоровича Ковлянина, чуть не упал. Пролезается через вот все эти снежные завалы. Весь тот прагматизм, который произошел в течение Тверской области, это результат вашей работы. Вы не убираете город, вы его не содержите в надлежащем порядке. Информационную политику, которая осуществлялась здесь на территории региона, я оцениваю неудовлетворительно. Значит, давайте менять подходы. У нас все-таки, как бы, работа, как бы, есть,